Там дверь открыва. Ёша, у меня вообще дверь перестала открываться, я не знаю, что делать. Дверь открылась. Отодвинулись. Отодвигаемся. Все, напугайте меня, давайте. Пугайте. О. Привет. Ты кто? Йо, и это продолжение страшных историй. Или же истории ужасов. В прошлый раз мы прошли историю номер один. Это, судя по всему, она. Вот это она, да? Ага. Смотри, ночной уборщик. Да, это она. Я туда не вернусь. Ладно, я туда не вернусь. О, я туда тоже не вернусь, если что. Ничего, там пусто. А это лестница ужаса. Не короткая. Ладно. Не короткая лестница ужаса. А может, тут есть где-то короткая лестница? О, это секретики. Там двигается что-то. Может, есть какой-то МВИДИ. А, не ходи сюда! Не ходи сюда. А, ты вылетела, я понял. Исчезновение Карен Картер. Может быть, сходим сюда, ребят? А вы можете пока поставить лайк и написать в комментариях, если хотите, чтобы мы вернулись в другую версию. Другую часть этой игры. Вот. А мы, я думаю, сегодня сходим сюда. Раз. А, иди-то. Что тебе там понадобилось, я не пойму. Бабушка попросила сервиз достать. Что ты хочешь там? Слезай. Ребят, как красиво. Так, детектив, который ладно, короче. Ага, в общем, какие-то странные звуки, вообще. Странный свет. Даже на английском, абсолютно. Мне кажется, это не успеть прочитать, потому что сильно что-то они быстро все переключили. Да, вы должны узнать, куда пошла Карен. Я еще ничего не должна узнать, я только темноту вижу. Угу. Но, как и прошлая часть, скорее всего, это история на одного, да, Ёша? Я думаю, вряд ли мы попадемся здесь вместе, так что да, думаю, на одного. Итак, ребят, мы синхронизировались с Ланой. Ага. Привет. Есть кто дома? Ну, кто... А, привет. Дверь была открыта. Ага, это привет. Мы говорим. Я детектив. Я детектив. Это странно. Мы. И что же странного-то тебе такого? Что же такого странного? Ну, там картина, как будто девочка с персиками, но не девочка с персиками. Так, слушай, я, как обычно, немножечко отодвигаю... Ты кто? Уже есть кого бояться? А ты куда пошел? А вы кто? Нет, еще... Ну, возможно, уже скоро будет кого бояться, но... Короче, я немножко отодвинулся на всякий пожарный от экранчика. Угу. А на какую кнопку что-то открывать? Ну, мы ходим медленно. Ходим мы медленно? Так, вот сейчас тут что-то будет, да? Ёж, мы можем приближать. Да, на правую клавишу мыши нам об этом сказали. Ага. А куда? Я все еще не пододвинулся к экрану, потому что ну его нафиг. Звук немножко будет страдать, но вы уж потерпите, я не хочу совсем, так сказать. О. Ага. Так, хорошо, первая дверь. Что за... А куда ты идешь? Я хочу туда же идти, куда ты. Ап, я что-то... телефон, need to check. Стоп, что? Подожди. Стоп! Это ж другой коридор. Ёши. Да, что? Я шел в левую сторону. Так, телефон надо. Так. Департамент полиции. Взломать дверь. Я не знаю, кто он. Так. Пытается сломать мою дверь. Какой у вас адрес? Как вас зовут? Карен. Так, я хочу, чтобы вы оставались на телефоне. Ну, типа, не бросали трубку. Так, где вы сейчас? Так, я у входной двери. Что? Я ничего не понял, короче. Так, с ребенком она. Так, вы еще там, Карен? Он здесь! Вы все еще слышите меня? Карен? Почему? Карен? Все? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Быстренько посмотреть на все. А, господи, я думал, что-то темнеет. А это просто лампа светила, и я прошел так немножко. Господи. Так, что случилось там у тебя? Да я вот все слушаю ее, слушаю. Она говорит, что она на втором этаже, в спальне. То есть нам нужно да, туда... Да, а он у передней двери. Ну, фронт-дур. Да, но нам, то есть, надо туда? Слушай, я не знаю, как туда попасть пока, к сожалению. Я снова иду в эту дверь. Влево. Которая привела нас... А может, надо вправо пойти?
Так, опа, опа. Опять закрылась. Ну давай я попробую открыть. Мама. Кто-то стучится, да? Ай. О, Йоши. Да. А у тебя там вот это висело вместо лампы? Мама, что это за холодос или что это? Вот-вот, именно холодос. А как это понимать? А почему там я слышу кого-то? Ладно, я пройду, хорошо, я пойду. Боже, там такие звуки. А там только в ту сторону можно ходить, да? Да-да-да-да-да, я сейчас расскажу тебе, где я такое видел, где я видел такой прием. Это все украдено, и ага. Одно, и другое. Так, пожалуйста. А я, знаешь, а я через тумбочку хожу, если что. Вот если через тумбочку это как? Это вот прям по тумбе. Это подальше от холодильника называется. Так, подожди, я понял. А я тут вижу открытую дверь, Лан. Сейчас, подожди. Ай. Кружочек. Там кто-то был, да? Да нет, Лан, нет. Никого там не было. О, господи! Их двое, кажется. Кого двое? Там двое. Они что-то подсунули под дверь и забрали. А дай? Я не видел. А дай? Я не видел, мне просто они открыли дверь там... и все, и закрыли. Ну, спасибо, что ты испугался до меня, потому что я, ну, я бы... Мне пугаться до тебя или не надо? Да, да, пугайся до меня, пожалуйста, все равно все будут пугаться вместе с тобой, а я так хоть не так сильно буду пугаться. Мы так, еще один круг делаем, да? Да, могу ли я попытаться выйти отсюда? Нет, не могу, разумеется. Короче, ребят, мне нравится очень одна хоррор-игра, называется она Layers of Fear. Я начал снимать ее на второй канал, но она никому абсолютно не зашла, поэтому я даже не продолжал, я просто самостоятельно ее прошел и забил. О, это просто полная копирка. Ну, в смысле, не полная копирка, но очень много взято отсюда, оттуда. Так, и что это за лампа такая красная, красивая лампа? А чё все лампы красные? Это ты сколько уже кругов сделал? Какие красные? Да я не очень много, честно говоря, я вот буквально... Ну... А я еще пытаюсь на картины смотреть, может они отличаются, может время, кстати, меняется, кажется. Кстати, ты права, ты очень права, я вот этого не замечаю, потому что я, знаешь ли, летсплей тут снимаю и... Ага. Ага, не открываешь. Значит, сейчас я вернусь, и меня напугают, правильно? Напугайте меня, пожалуйста. Напугайте меня, давайте. Пугайте. О. Привет. Ты кто? Мама, да господи, боже, а. Так, хорошо. Меня сейчас будут пугать. Это хорошо, что я на секундочку позже прохожу. Это прям вообще замечательно. О, я вижу. Это мое, кстати. В общем, да, здесь надо... Точно, ребят, я, короче, зачем-то, я просто пытаюсь... Не испугаться вместо... Мама. Вместо того, чтобы пройти эту игру. Хотя весь смысл в том, чтобы пройти игру. Так, кто у нас тут? Никого. В общем, да, надо смотреть на картины, на время, открывать все двери, искать всякие приколы. Ну-ка. А, вот так-то открылось. Время не меняется, я тебе так скажу. 23:53, оно постоянное. Картина тоже это тут была. Я думаю, вряд ли они заморачивались картинами. Ну, а зачем тогда тут столько картин? Так. Почему меня опять не пускают туда? Спокойно. Так. Пожалуй, открою. Открою все ящики возможные. Ну-ка сюда. Кто это тут? Это ты? Красавица. Так, спокойно. Снова немножко отодвинулись от кудахтера. Так, уже пусто здесь, да? Ага. Блин, так мне не нравится, что кто-то шагает, кроме меня еще. Опа, так. Пойдем сейчас сюда. Пытаемся открыть дверь для того, чтобы попасть. Ага, открылась дверь, да? Открылась дверь. Картина та же. Время тоже. Так, сейчас, внимание. О боже. Ребенок. Где ребенок? А тут. У меня что-то тряслось, Лан. Есть? Лан, что там. Дверь открываю. Йоша, у меня вообще дверь перестала открываться, я не знаю, Лана, что дверь делать. Лан, дверь открылась, что там? Что, кто тут? О, мой, что это? О боже, это ребенок весь в крови. Ио. О, а это я. Ха-ха. Что происходит? Что здесь происходит? Сейчас будут пугать, я отодвинулся, очень страшно. Я отодвинулся, я могу его забрать с собой? Нет, не могу. Тебе надо ребенка с собой забрать? Да. Ну, что ребенок орет? Закрою дверь. Ёж, ты там так, жив? Ладно, я просто оперся. Ты просто молчишь так, а я думаю, ты вообще жив. Я извиняюсь. Оперся об стул и иду к выходу, ладно. Все, немножко отпустило. Так. Все, не ной, надоел, не ной, нытик. Хватит. Подумаешь, тебе
месяц. Ну и что, ты ныть из-за этого должен? Ну-ка, успокоился. Уже взрослый. Так, ну-ка, ты тут? Нет, тебя уже здесь нет. Кто же здесь есть? Опа, отодвинулись максимально, чтобы не дергаться. Так, дверь, ключ есть. Ключа нет, сверху что-то есть. Ничего нет, ладно. Спокойно. Дверь оставили открытой для интереса. Может как-то это что-то изменит. Так, идем до... Эй, меня, по-моему, стукнуло, так сказать. Чего? Блин, я, к сожалению, не могу тебя догнать. Так, мэм. Так, ладно, я оперся снова об стул. А почему это так жутко? Так, она сейчас меня... Ага, ладно, нормально. Все, можно было не опираться об стул. Так, здесь я каждый раз теперь буду проверять на наличие ребенка в этой комнате. Так, спокойно вроде. Так, смотрите, здесь проверяем. Хорошо, здесь пусто, здесь никого. Здесь. Хорошо. Ага, звуки. Скажи, Лана, как у тебя дела? Увидела, а, да я только женщину? Второй раз в ванну зашла. Женщина еще. О, здравствуйте. Да, видела это женщину? Она. Мэм, вы меня напугали. Мэм. Ага, да, а да, к ней да. Вообще ты подходить? Чуть-чуть отстаешь. Может, слушай, ну я надо? Шел к ней, но никакого... Ой. Боже мой, смотрите. Танцы. Так, опа. Сколько раз надо в ванну заходить? Я каждый раз захожу. Слушай, я каждый раз захожу, ничего там интересного пока нет. Мне кажется, просто не на каждом круге здесь что-то происходит. Не на каждом. Не на каждом, но на каждом. У нас с тобой абсолютно синхронное прохождение. Только да. Я чуть отстаю, потому что ты мне сначала не сказал, в какую сторону пошел. Ой, извини, пожалуйста. Угу, так и было. Так, время все еще не меняется, Лан. Картины все еще те же. Да, я уже это заметила. Ну так неинтересно. Так, сейчас, вот тут сейчас будет кто-то, да? Ну-ка. Слушай, может надо что-то нажать, что-то открыть, что-то как-то взаимодействовать. Нет такого ощущения? Ну тут есть какая-то книжка со значком Роблокса, конечно, но мне кажется, что это просто так она лежит. Слушай, я вот эти не проверяла, надо было бы. Ладно, тут все равно пусто, так что окей. А, это те, которые у входа прям, да? Я хотела тебе сказать, но ты в этот момент что-то испугался. А, смотри, вот, возможно, надо было выключить светильник. Сейчас, смотри, выключил светильник, ага. Чекай, что будет дальше. Так, ну я тоже сейчас выключу тогда. Один или два? А там их два? Ну да. Один там на столе, другой. А где я? Где ты? Опа, Лан, я выключил светильник. Да, я тоже! И что? Не ори мне в ухо. Я сюда не хочу идти. Я потише сделаю, ты тоже, если что, будешь тише, извини. Так что говори громче. Да я точно сейчас буду орать, тут у тебя мячик скакал, опа. Да? Да. Опа! А ты в какую сторону пошел? Да я вправо, Лан. А кто там за мной продвигал? Матерь Божья! Ты кто такой? Так, может, надо что-то успевать делать? На что-то смотреть? Я не знаю. О, нет. Ой, меня убили! Ага, хорошо, меня... Опа! Да, меня тоже. А, слушай, ну это вряд ли ну, конец истории, просто нас... мы... в одно время. А, что? Я как я сюда попал? И мне надо идти, но типа... Чё? Я не знаю, меня схватили. Схватили рукой, потрогали меня. Да, так. Меня тоже. И свет обратно здесь включили, у нас да, что? Кажется? Мама, да я себя боюсь уже. Выключите свет. Не надо больше света. Поддерживаю. Свет вырубил. Картина этот тоже как-то выключаю, все. Как-то чуть-чуть потрясывается. Так, все выключил, да. Че, идем в комнате, да? Ну да, давай, попробуем. Ой, скажи, когда будешь открывать? Открыл. Ага. А, все нормально. Че-то как-то ничего не происходит. Да, слушай, что-то ничего не произошло, возможно... Ой. Господи. О, слышишь? Это у меня сейчас телефон сказал, что мне спать пора. А, я думал... Капец, ты вообще нормальный человек, или как? У меня вообще не должно было быть звука, но он почему-то... Ага, тунь. Тебе что, 3 года? Да-да-да. Я не пойму, у тебя на кровати нет случайно этих приколов, типа, знаешь, которые ты так ручками трогаешь, они такие делинь-делинь. Опа. Да-да-да, и там еще планеты летают. Слушай, картина упала. Ой, матери божья. Я из-за этого... Ну. Полубудильника. Хорошо. Не успела. А я могу открыть дверь эту? Ага, его уже никого нет, да? Надо идти. Хочешь сказать, так, ладно, YouTube, надеюсь, ты не обижаешься. Ага. Так, отодвигаемся немножко, включаем свет.
Мне уже не хочется никуда идти. А ты уже посмотрела, что там? Где? Ну, там. Ну, в ванной, ладно. Она не открывается. Она открывается вообще-то. А у меня нет. Значит, что-то сделала ты не... У меня картина упала, но лампа не открывается. Ой, лампа. А ты нажми на эту штучку. На то, что упало. Там дырка в стене, Лан. Ой, я не хочу. Давай, надо, Лан. Как тебе зрелище нравится? Ну, такое нельзя показывать. Да я и не показывала, так, немножко. Угу. Так, а что ты меня не пускаешь? А можно я еще раз посмотрю в эту дырку? Ага, уже поздно. Можно открыть ванну. Да, я уже открывал. Ну, ты тоже не смотри, да. Ну, там ничего страшного. Пойдет. Мне так не нравится. Ой, еще это тихо. Отражение свое. Ой. Он прям над ухом сёрбает. Сёрбает? А мне бегает кто-то. А как? Подожди. Кто плачет опять? Ой. Все, хватит плакать, ты надоел. А что дверь не открывается-то? Где? Не знаю. Самое ключ противное, где-то спрятан. Что, да, что ключа нет нигде. Я слышу ее. Опять ты ноешь. Опять ты разнылась. А зачем, напомни, зачем мы вообще в это играем, Ёша? Ой, она что, сверху где-то? Да и так просто, я не знаю, захотелось зайти. Угу. Ну, честно говоря, уже не очень хочется, но вообще... Уже и как-то, да... О боже. Слушай, ну я все открыл уже. Ай, ай, она орет. Может, надо в обратную сторону, как ты считаешь? У меня не идется. Там дверь закрыта просто, да? А та просто, в принципе, не открывается. Но в прошлый раз же там ключик просили. Да, и я... Ой, а что, они сами закрыли, что ли? А, ладно, я так и знал, что в бассейн с кетчупом, так сказать, надо поискать что-то. А я хотела туда пойти. В бассейне с кетчупом. Ага, вот оно. Как раз и есть спокойно. Так, спокойно. Отодвинулись. Отодвигаемся. Все хо... Угу. Ага, экзит. Ага. А. Фу, я победитель, прикинь. Ты чё, победил? Если что, выход. Как только забираешь ключ, сразу выход. Ой, подожди, у меня человек идет на меня! Выход. Выход из дома? Да. О, господи! Успела? Фух, да, я тоже победитель. Вы смогли сбежать и позвать на помощь. Конец номер один. О, какой боже. Кошмар. Жесть какая. Если вы хотите больше наших страданий и еще одну последнюю дополнительную историю, которая будет на лестнице, то можете прямо сейчас поставить лайк и написать об этом в комментариях. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока.